Проект по развитию парков и скверов Нижнего Новгорода будет презентован в сентябре. Это уже новая дата. Ранее предполагалось представить его в июне. В преддверии событийных мероприятий очень важно, чтобы город был готов и в первую очередь такими замечательными территориями, как наши красивые парки. А они красивые, их много в нашем городе. Поэтому в сентябре мы представим и уже будем слушать со стороны общественности, жителей города, критику, предложения. И будем учитывать, безусловно, будем работать в этом направлении. Приоритетные направления проекта – благоустройство и инфраструктура. Структура зеленых территорий. Это лавочки, освещение, дорожки, туалеты. Абсолютно в первую очередь то, что необходимо для комфортного пребывания жителей и гостей города. Смета программы пока не сформирована. Учитывая, что программа развития, она будет рассчитана на несколько лет, я думаю, что это даже будет не пятилетка, поэтому, соответственно, будем защищать бюджет каждого года. Между тем, активного внимания к себе требует и забор парка Швейцария. Он является памятником истории и культуры и находится сейчас в плачевном состоянии. У парка нет средств на его ремонт. По подсчетам специалистов, на это потребуется 66 миллионов рублей. Администрация города готова снова принять забор в муниципальную собственность и заняться его восстановлением. Уже сейчас ведется подготовка соответствующих документов. У нас несколько организаций имеют только проектировать возможность. Несколько организаций, ну, небольшое количество, которые имеют право проводить ремонтные работы. Очень большие согласительные работы и в этом плане. Для финансирования ремонта городская администрация планирует обратиться за помощью к правительству области, выделить часть средств из собственного бюджета, а также привлечь частных инвесторов. Мы понимаем прекрасно, что мы должны чемпионат мира какие-то работы сделать, чтобы его хотя бы вот убрать вот эту аварийность.